Привет, Лёха, наконец-то ты живой. Короче, в этой ночи мы сделали небольшой ремонт в подъезде, добавили вентиляцию и починили. Вентиляция на данный момент просто проветривает помещение, но в третьей ночи по ним ползут всякие бабки и деды. Лифт, кстати, нужно иногда просматривать, чтобы там никого не было, иначе тебе придется врубать свет. Просматривай камеры, ведь тебе могут просто отрубить электричество, и ты просто сдохнешь. Следи за гайками, домофонами и остальными подъездами. Удачи! Слушай, блядь, деньги заплатил, да?
па-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 
Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «5 ночей в подъезде». Пососи. 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 Пососи.